Это 24-ка, ребята, тут с конца в конец идешь где-то часик, может меньше, чем часик. Сейчас я гляну, я стартовал 10:35, да, час, быть может, чуть-чуть меньше, чуть-чуть там, я не знаю. А на 22-ке я вложился в 52 минуты. И это был с конечной в конец и еще раз в конец. То есть целый круг я сделал за 50 минут. А здесь целый круг идет 2 часа. Даже с копейками. Даже с копейками 2 часа. Но зато здесь и меньше кругов. На 22-ке сколько там? 11 или 10. А здесь... 5,5, у кого-то меньше, и обед. Смотря какой график, смотря сколько дней работаешь ты в неделю. Есть у нас, кто работает 2-2, есть 3-3, есть 4-2, есть 5-2, и вроде все, да? Да. Все графики, что есть у нас. Да, кстати, снимаю в немножко лучшем разрешении. И глянем потом, что из этого выйдет. Интересно будет посмотреть. Так, тут у нас не выходят и не заходят. Поэтому мы сразу же и отчаливаем. Смысла нет двери открывать. Они ждут 18-ку. Нам с ними не по пути. Я надеюсь, что снимает ровненько, да? Очень на это надеюсь, потому что у меня всегда вот с этим сложности, чтобы оно ровно снимало. Да и с камерой вообще-то часто сложность есть. Такое было сколько раз. Вот я снимаю, да, целый час я разговариваю, а потом смотрю, а запись остановилась. Почему-то она заела, остановилась. Звук есть, изображения нету. Все, елки-палки, я такой расстроенный, целый час вот это снимал. Рассказывал, что случалось там даже такое интересное. И руки потом опускаются. О, тут у нас остановка, пенсионный фонд, и одни пенсионеры, одна женщина только с коляской. Встаю чуть-чуть немножко дальше, потому что там лужа, чтобы и опускаю вот этой кнопкой максимально направо. Так, видите, все с пенсионным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 человек с пенсионным и один с коляской. Это сейчас такое время, вот где-то в 10 с копейками все идут с коляской. Говорю, с колясками. Ну, это воздух у нас. Говорит воздух, что ушел воздух. Это не беда. Он уже в норме. А ушел, потому что я взял и автобус наклонил максимально. А время такое, что сейчас вот идут в основном все наши дедушки, наши бабушки. И мы будем тоже такими. И дедушками, и бабушками. Но думаю, когда я уже буду таким старшим, да, то уже... Автобусы уже будут ездить наверняка без водителя. Автоматика, автопилоты. Это и хорошо, и плохо, наверное. А может и нет, не знаю. А может и этого не случится. Непонятно. Не, скорее всего случится. Все идет к этому, на автоматизацию. Видите, написано школа. Вот здесь школа справа, значит, надо быть максимально внимательным. Никого, чтобы не задавить, ничего. Остановка, суд. У нас тут два суда рядом. С поворотником, конечно, да, это большая печалька, ребятка.
ребята. Дедушка бежит, видите? Берите билеты. Дере, кажи, дере. Так, все вышли, все. Доброе. Заходите. Так, у нас все вышли, левый поворотник. Аккуратно, потихонечку двигаемся. Кстати, вот я работал на 22-ке. Ехала знакомая со мной. А потом сказала, что... Артур, знаешь, ты так настолько шикарно ехал, спокойно, уверенно, без вот этих резких ускорений, остановок, резких стартов. Не каждый так ездит. Честно говоря, да, я так езжу, но случается и у меня, когда спешка, когда слишком, если сильно опаздываешь, то да, то оно случается. То и я где-то тоже резко выезжаю с остановки. Но это редко бывает. И в основном мы сейчас все так взяли за норму, что надо спокойно ездить, не спешить никуда, ничего. Какой смысл спешить? Возьмите. Так, дедуля туда пошел. Дедуля. Так, вижу, что все вышли, с коляской не выходят. Все, значит, двери закрываем. Так, отправка с Токио у нас через 9 минут. Да, да, мы четко идем минута в минуту в график. Может быть, на одну минуточку мы где-то там отстаем. Быть может. Но тут сейчас вот спокойный участок, тут в основном никого нету, и мы это быстро-быстро нагоняем. Быстренько-быстренько. Работаем спокойно. Опять же, Шкода осторожно. Уверенно работаем. Не стоит спешить. Не стоит вообще. Смысла нет. Да, знаю, что есть такое, что люди спешат, вот, гонятся там за деньгами, что-то там маршрутчики летят, подпрыгивают, рубают. Ну, не стоит этого делать. Надо ездить с комфортом, и люди это оценят и запомнят. Открою все двери, чтобы... Так, у нас удостоверение. С коляской не выходят, значит, закрываем двери. Больше никто не хочет выйти. Все, левый поворотник. Еще вот есть такие случаи, хотел сказать. Например, ситуация, да, я на остановке открыл двери, загрузился, закрываю, отчаливаю от остановки, и люди там идут, спешат и бегут, размахивают руками. Ребята, я уже остановиться не могу. Я выехал, все. Я остановиться уже не могу. Объясняю, почему. Потому что, если я остановлюсь, сзади идущий, он же может не рассчитать и меня,